Так, ну вроде как благополучно добрались. Сейчас так по главным дорогам мы поедем. Смотрите, какая тишина. Ни людей, ни машин. Спокойно. Улица Днепропетровская. О, машинка появилась. И вон виднеются терриконы, шахты, Щегловка глубокая, да и сама шахта. Ну, тут возле разбитого училища хоть какое-то небольшое движение есть. Тут у нас рядышком и школа. Да, проезжал я и по этим дорогам. Я думаю, кто следит за моим творчеством, все это видел. Вот само это самое здание, училище разбитое. Есть отдельное видео по нем. Песик не меня ждет, нет, кого-то другого ждет. Ну так да, вроде как одеться тепло, но немного примерзаю, особенно ноги, пальцы рук. Мы быстренько промчались, да? По этому Первомайскому. Сейчас также быстренько держим путь в сторону улицы Водной. У нас сегодня такое ощущение, что мы пытаемся побить рекорды по протяженности проезда. Как-то быстро-быстро опять. А это все знаете из-за чего? Из-за холода. Вот сейчас настолько дует. Вроде шапка теплая, зимняя, хорошая. Но продувает. Ветер, ветер, ветерок. Это, знаете, это, конечно, не оправдание. Замерз, поэтому я еду быстро там.
как говорится, холодно, не деть. А если уж поехал, то будь добр, грейся как можешь. Вот и греемся. Чем быстрее я вкручиваю, тем мне теплее. Так, что это у нас? У нас это улица Водная. В принципе, куда мы и хотели доехать, да? Ну и сворачиваем теперь в сторону улицы Убаревича. По этим улицам я и видео снимал для людей, которые мне писали, просили снять дома, улицы родного края. Это у нас улица Ушакова, если кто вдруг не знает. Я думаю, многие не знают. Не получается мне озвучивать постоянно улицы. Улица Ушакова. Сейчас вернем на Убаревича. Там уж для меня совсем знакомые места. Ну а тут как всегда у нас эта мусорка нескончаемая. Вроде как более-менее убрали, но новых бачков не поставили. И все опять разлетается, эти пакетики. Кошмар. Тут, конечно, в округе вообще. Впереди очень много собак. Вот они, за машинами они гоняются. Я думаю, сейчас за велосипедом побегут. Давай. Проверим их скорость. Блин, какие-то собаки неинтересные сегодня попадаются. За мной не гоняются. Аж как-то скучно, что ли. Тут хорошо, ветер в спину. Дорога на спуск. Движемся в сторону улицы Мориса Тореза. Мы, наверное, с вами ее полностью проедем с начала до конца. У нас километра два, наверное, примерно. Может, чуть меньше. Это у нас улица Солидарности. Кто не знал или кто не помнит. Я и по этой улице тоже, помнится, дом снимал. Женщина просила. Заметьте, сегодня так получается, что я навигатор вообще не достаю. Как бы все уже по памяти. Дороги уже знакомые, места тоже. Так, вот у нас начало улицы Мориса Тореза. Кто еще не катался со мной по этим улицам, прошу. Все для вас. Я уверен, что для некоторых данные места хороши. Они их вспоминают, помнят. Ну а я хоть тут волшебник, наверное, дарю. Thank you.
Здесь профессиональный лицей. У нас по левую сторону, а точнее по правую. Вот так вот. Совсем уже замерз. Уже лево-справа перепутать могу. Тарайза сейчас немного уйдет направо, потом резко налево и снова по прямой до конца. Тут у нас Вектор, супермаркет Вектор. Прямой будет улица Шишкина.